Великий Пушкин. Дикий непокорный дух. А где он? Там и опасность. Господа, дамы, сегодня для вас выступит молодой поэт Александр Пушкин. Встреча с тобой изменила мою жизнь. Мы кружимся в танце, полностью. Саш, мы помогли переехать в Петербург? У нас есть наш мир, мы счастливы. Нам будет весело, мы устанем, вернемся, ты и я. Счастья вам и вашей прекрасной жене. Пока вы были их героем, они глотали любое ваше слово. Но времена меняются. Александр Сергеевич, не принимайте милосердие за слабость. Будьте милее с теми, от кого зависит ваша судьба. Да это чушь, Наташа! Я знаю все, что у него в голове. Подумайте, кого мы рискуем потерять. Я не умру. Не сегодня. Не судьба. Каждое твое слово прямо в сердце. И твоего голоса нам сейчас очень не хватает.